В Гомеле почтили память воинов-интернационалистов. На митинг собрались ветераны боевых действий в Афганистане, представители местных властей, предприятий и общественных объединений. Сейчас в Гомельской области проживают почти 4000 человек, принимавших участие в сражениях в различных странах мира. Большинство из них прошли Афганистан, 120 уроженцев региона на родину так и не вернулись. К памятной дате пройдет акция «Зажги свечу памяти». Я всегда говорю нашим ветеранам в Афганистане, вот запрограммируйте себя, задайте с целью прожить до 90. Это будет самый лучший ваш подвиг. Воинов-интернационалистов чествовали и в Гродно. Их в регионе порядка 4000. В Афганистане погиб 71 житель области. И сегодня во время официального приема не раз звучали слова о том, что люди, прошедшие войну, имеют особый жизненный опыт. Они надежные партнеры и ответственные руководители. С того памятного дня, когда последние боевые колонны были выведены из военного расположения, прошло 26 лет.